Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vaigunna Kita Kalito, Paishunna Brahma Pirito, Дайнар наве немагна хамси чайтанна вайдамасрае. Вайгунна кита калито, пайшанна брана пирито, дайнар наве немагна хамси чайтанна вайдамасрае. Гаудия Гоштипати, Срисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Гаудия Гоштипати, Срисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру сказал, что те, кто полностью утвердились в ачарване, в идеальном характере и в учении Гуранги Махапрабху полностью, то они настоящие проповедники. Гаудия Матха, Гаудия Гоштипати, Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что те, кто полностью утвердились в ачарване, в Сиддханта Вичаре, Гуранги Махапрабху, они подлинные проповедники Гаудия Матха. Другие люди, они не могут быть подлинными проповедниками. И вот суть в том, что проповедь может совершаться двумя способами. Первый — это негативный, и второй — позитивный. Негативная проповедь очень дешево. Каждый может прыгать как обезьяна. И эта проповедь, а последствия такой проповеди не столь хороши. А лучше следовать формуле «тише едешь, дальше будешь». Массивная проповедь — это слово, оно не научное. Массивная проповедь значит, оно, как правило, осквернено чем-то, и подлинной проповеди массивно не получается. Может, есть, но крайне редко. И мало, я не могу найти ни единого человека, который может полностью принять учение Шримана Махапрабху. Может, могут принять на 80%, или на 90%, или даже на 99%, но не на 100%. И вот два способа проповеди — позитивный и негативный. Негативная проповедь у нас осуществлялась камсы. Тринаварта, Агасурам, Бакасурам, Путаны. Они все проповедовали негативно. И негативная проповедь значит быстрая проповедь. И Агасур, Бакасур, они все их стили проповеди. Он подобен, это такая негативная проповедь, и очень быстро все происходит. Но быстрое, с помощью быстрой проповеди, по крайней мере, узнают, что есть Гауранга Нитьянанда, и вот Нитьянанда Прабху и Гауранга Махапрабху, они говорят такие слова, что во всем мире так много деревень и городов. И везде можно увидеть, что имя мое проповедуется. И вот эти слова, вот в этой шлоке прачар, не значит, что все примут это учение. То есть это больше значит, что люди просто узнают о Махапрабху. Но если они примут его учение полностью, то это уже будет совершенная проповедь. И вот Агасур, Бакасур, Тринаварта, Равана, они все проповедуют негативным образом, но очень широко, что все, по крайней мере, знают, кто такой Бхагаван. И вот таким образом, с помощью негативной проповеди, все остальные могут узнать о Бхагаване. Но позитивная проповедь, она очень медленна, но результат ее фундаментальный. И вот это пример Враджа-гопи во всем мире. Кто может понять настроение Враджа-гопи? Я говорил, что стиль проповеди гопи о Кришне очень медленный, но
очень высокого класса проповедь, очень изысканная, что обычные люди не понимают, что это за проповедь. Очень редко, мало кто может понять настроение Радхарани и Гупи. И вот проповедь может совершаться двумя способами, негативным и позитивным. И наш стиль проповеди, он позитивный. И вот смотрите, во всем мире есть разные организации. И вот много организаций можно найти, всякие X-миссии, Y-миссии и прочее. Они тоже что-то делают, но до сегодняшнего дня они не могут понять подлинное настроение Гауди Матха, хотя времени прошло уже под сотню лет, но они до сих пор не знают, что Гауди Матха хочет дать нам нечто уникальное, Кришна Прему, которая чрезвычайно редка. Даже Нитянанда, изначально гуру, он говорит такие слова, что это прему, которая достижима, трудно достижима даже для Брама. Махапрабху он раздает всем. И вот мы должны быть очень осторожны. Но что за проповедь происходит? До сегодняшнего дня люди не имеют представления о славе Махапрасада, о славе Харинама, о славе Гуру и Вайшнавов и о Сиддханте. Что за проповедь? Это такая вот в этом главная проблема. И вот сейчас Шрила Прабхупад от имени Гаудия Миссии, когда он послал каких-то преданных на Запад, это первые, сначала, когда только началась проповедь Гаудия Матха в этом мире, Гаудия Матха, он снизошел в этот мир, чтобы даровать нам милость. Гаудия Матха — это не что-то обычное, это вечное. И вот Шрила Прабхупад, перед тем, как послать каких-то посланников на Запад, он со сложными ладонями, он вознес молитву всем, что под руководством Шри Чайтаньи Махапрабху, это моя просьба всем, о мои друзья, вы едете на Запад, вы можете увидеть там великое богатство, но вы не должны привлекаться. Вы можете найти то, что европейское общество, они могут сначала игнорировать наше послание, но мы не должны придавать значение этому почету или неуважению, которое они могут оказывать нам, поскольку наша цель, если люди будут оскорблять нас, но все же с полным энтузиазмом мы должны продолжать говорить о Гуру Хари. Может, они не могут принять сначала, но это учение Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Прабхупады, что до тех пор, пока вы не разовьете такое смирение и терпение, подобное дерево. Шрила Прабхупад говорит: о, мои друзья, вы направляетесь в такое общество, которое очень развито в технологическом и физическом плане. Хотя все они взяли из Индии, но все же так случилось, что в данный момент они более развиты. Вы не должны чувствовать себя неудобно из-за этого. И вот вначале вы должны развить такое терпение, как у дерева. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит учение Махапрабху Тринада Кисуничина. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур представил эту шлоку в очень сладком, прекрасном образе, что даже ребенок поймет ее. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет таким образом на бенгали. Но... И вот Шрила Бхактивинода Тхакур представляет эту шлоку в очень прекрасном виде, что без Шрила Бхактивинода Тхакура у нас нет способности понять
Писания Госвами, они очень сложные. Мало того, что на санскрите написано, еще там очень высокая философия. И Бхактивинода Тхакур, он это представил гораздо более простом для понимания, видимые обязаны Шрили Бхактивинода Тхакуру и Шрили Прабхупаде, поскольку без Джайва Дхармы все наше гаудивайшнавское общество, оно слепо, оно не смогло бы понять учение Госвами. Это очень прекрасное учение, и вот Шрила Бхактивинода Тхакур описывает это в Джайва Дхарме, и в Джайва Дхарме все, с самого начала до конца, все учение Махапрабху можно найти там. И мы очень счастливы, что у нас есть такая книга. И Шрила Бхактивинода Тхакур пишет объяснение этой шлоки Тринадапи. Сегодня очень важный день, мы должны понять, не только понять, но и принять эту шлоку в нашей собственной жизни, чтобы стать успешными на пути Хари Бхаджан. И вот вначале я хочу начать с этой шлоки и потом показать настроение Гауранги Махапрабху, как он показывает нам Манджари Бхаву. Сегодня я принес цитаты из Чайтаньи Чаритамриты, чтобы показать, что Махапрабху иногда показывает, является Радха Бхаву, иногда Радха Бхаву он подавляет и проявляет Манджари Бхаву. Когда и как, я покажу из Чайтаньи Чаритамриты эти изначальные шлоки без объяснений пока. И вот там Тринадапи шлока — это объяснение. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: If you are going to cut that tree, вот если, you are taking rest under the tree, but that tree you are going to cut. Кто-то может отдыхать под деревом. You are going to break branches, but tree is not going есть плоды этого дерева, но потом сломать ветки этого дерева или спилить его, то дерево оно не будет возмущаться. И поэтому Махапрабху, он приводит пример с деревом. И вот дерево не будет возмущаться, а просто будет терпеть все, что происходит. И поэтому Махапрабху в Раджа-лиле, во Вриндаван-лиле, говорит перед своими друзьями. И вот все друзья его ходят по лесу Вриндавана и говорит такие слова: «Ахо, друзья, смотрите, эти деревья, кустарники, они имеют огромное терпение, они отдают все другим, но никогда не просят ничего ради себя, они не ожидают получить ничего от других, они только дают». И вот они только отдают. И вот первое в учении Шримана Махапрабху Шикшаштаки, то, что мы должны отдавать. Много ли, конечно, людей будут возмущаться, но это наставление Гуру Варги. И вот терпение должно быть у нас больше, чем у дерева. И вот Чайтанья Чаритамрите, в этой третьей шлоке Шикшаштаки, говорятся такие слова. И вот, но наш преданный из Гауди Матха написал Таро Апи, там было Таро Ива написано, что как дерево. А потом один преданный, он исправил на Таро Апи, то есть не как дерево, а более терпеливо, чем дерево. И Шрила Прабхупад одобрил это исправление Атиндрия Дасачакари. Это был великий преданный, хотя он был домохозяин, но все же он написал книгу Гаудия Кантхакара.
И вот изначально написано Атиндея Дасатикари, и Шрила Прабхупада благословил его и сказал, что название книги Гаудия Кантхакара — это подобно ожерелью Гаудия преданных. Хорошо, я одобряю, я благословляю. Это Гранха, эта книга станет украшением для всех Гауди. Хар, значит, здесь это. Ожерелье. И эта книга настолько уникальна, там вся Гуру Татва, Вайшнава Татва, Нитянанда Татва, Гуру Татва, Кришна Татва, Варнашрам Дхарма, все это разделено по категориям и описано. И вот очень прекрасным образом в этой книге все представлено. И вот в Шикшаштаке сначала был Таро Ива, что терпение подобное дерево, но Атиндрия Тикари он изменил на Таро Апи, более терпеливым, чем дерево Вайшнав должен быть. И вот кто-то начал возмущаться, почему вы исправили шлоку Махапрабху. И Шрила Прабхупада узнал об этом. И Шрила Прабхупада сказал, несмотря на то, что он исправил шлоку Махапрабху, но все же она стала еще прекраснее. Я одобряю это. А почему? Как случилось с Харидас Такуром, один спутник Махапрабху, если мы будем изучать их жизнеописание, наша жизнь изменится. И поэтому наши Гурвага, они каждый день просили нас, даже Шрила Бхакти Валабхатирта Госвами Махарадж, наш Гурдев, что каждый день, если не чаще, мы должны каждый день изучать, читать жизнеописание каких-либо вайшнавов. Если вы хотите обрести бхакти, это наставление моего Гуру Махараджа, Шрила Бхакти Валабхатирти Госвами Махараджа, чтобы развить бхакти внутри вас. Каждый день, если не чаще, мы должны читать жизнеописание Гуру и вайшнавов. Хотя бы одно, ну, по крайней мере, если полностью не можете прочитать, хотя бы половину жизнеописания прочтите и на следующий день другую половину. И вот каждый день мы должны читать о славе спутников Гуранги Махапрабху, чтобы осознать его великолепную лилу. А если мы будем прямо пытаться познать славу Махапрабху, то не сможем. Это должно стать нашей ежедневной практикой, чтобы мы читали Вайшнава Чаритру, жизнеописание жизни вайшнавов. И вот, вот жизнеописание Шрилы Харидаса Такура, его били в Калне на 22 базарных площадях. Кална отсюда недалеко. Там Шрипас, Горидас Пандита, Сурьядас Пандита и других спутников Махапрабху. И там место свадьбы Нитянанды Прабху, может, кто-то был там. Somebody knows, and so here actually in 22 different и markets. И вот на 22 базарных площадях Харидас Такура били мусульманские мусульмане, эти стражники царя. И обычно, если человека изобьют на одной базарной площади, он уже умирает, а Харидас Такура все равно не умирал. И вот эти мусульмане начали беспокоиться, что тут царь нам приказал убить тебя, мы тут тебя бьем, а ты не умираешь, и мы будем наказаны.
И Харидас Такур сказал, что правда, хорошо, я умираю. Если моя, если я не умру, и это станет неблагоприятным для вас, поэтому я лучше умру. И вот Харидас Такур погрузился в медитацию, оставил тело на время. И мусульмане эти взяли, что наконец-то умер, можно выкинуть его в Гангу и избавиться от него. И вот выкинули его в Гангу. И Харидас Такур, он плыл по Ганге, доплыл до Шантипура, пришел в себя и встретился с Адвайта Гасаем. И началась следующая лила. И вот то, что я хотел показать, то, что, смотрите, насколько много терпения было внутри Харидаса, какая сила, какое могущество. Даже будучи битым на 22 базарных площадях, он все равно молился Господу, что Господь прости их, они не знают, что творят. Прости их и сделай что-то хорошее для них. Смотри, как враждебно они относились к нему. Но Харидас Такур не думал ни о каком месте, а наоборот молился Господу об их благе. А кто может сделать это, если Гурудев говорит какие-то вещи, которые кто-то не может принять, то такие люди уже готовы отказаться от такого Гурудева. И сейчас, к сожалению, такой Харибаджан у многих. И вот спустя долгое время Махапрабху сказал Харидасу, что те мусульманские, эти мусульманские стражники побили тебя. Ты чувствовал боль? И Харидас Такур сказал, что не так сильно. В читании Чайтамрити не описывается, а в другой книге написано Мурари Гупте, там это описывается. Мурари Гупте Карче. Карча значит записки, буквально дневник. Murari Gupta Karcha, Sarup Gosai Karcha, and after that Raghunath Das Gosai also writing so many things, all compilation and all by the mercy of Guru Vaishnava. И вот все Кришна Дас Каварж Госвами по милости Мадана Махана из всех этих записок. Амар Ликхон Джана Сукер Батон. Кто говорит Кришна Дас Каварж Госвами, он говорит, что эта книга Читания Чайтамрита, я не пишу ее. Кришна Дас Каварж Госвами пишет эту книгу, я как бы пишу, но не пишу. Это все произошло по милости Мадана Махана, как в Веданта Сутра было написано Говинды, а Баладавиди Бушан просто записывал, поэтому это зовется Говинда Башева. Говинда говорил, а Баладав только записывал. И вот Кришна Дас Каварж Госвами говорит, также верите вы мне или нет, но я не написал эту книгу. Она написана Мадана Маханом, а я просто записываю. Как, например, если попугая научить, он будет повторять какие-то слова. И также, это не я пишу, написал, а Мадана Махан, я просто повторил его слова. И таким образом Кришна Дас Каварж Госвами, он выразил такое смирение. И вот однажды Махапрабху спросил Харидаса, о Харидас. О Харидас, когда те мусульмане били тебя, ты чувствовал какую-то боль? И Харидас так сказал, о Прабху, не очень. Я не мог понять, что они меня бьют, и Махапрабху засмеялся. Когда Махапрабху спросил Харидаса, что как ты это смог потерпеть, и Харидас такого сказал, нет, это не было сложно для меня.
И Махапрабху открыл свою одежду и показал, смотри, как ты можешь чувствовать боль, поскольку всю боль я принял на себя, посмотри на мою спину. Махапрабху показал ему спину, на которой были отпечатки этих плетей. И вот Махапрабху говорит, смотри, на мою спину они били меня. Они били тебя, но удары я все принимал на себя. И также такой случай случился, когда Нарутам Такур в Гамбхиле. Гамбхира в Пури, а Гамбхила — это баджан, место баджана Рамачандры, Нарутама и Нарутама в северном Бенгале, где-то за Мурсидабадом. Махарадж был там 25 лет назад, посмотреть, что там происходит. Это вот Ришикеш Махарадж посмотрел на меня, чтобы я посмотрел, что там происходит, что они делают. И вот я поехал туда, Ришикеш Махарадж, ученик Шрилы Мадхава Госвами Махараджа. Раньше работал помощником министра финансов. Он был впоследствии этим настоятелем Матха в Калькутте, заведующим Матха. Во время Шринивасачарьи там было все хорошо, потом какие-то сахаджи появились и отклонились они от пути. И вот там я узнал. И Гора Парсад Чаритавали тут же описывается, что Шринивасачарья однажды Нарутам Такур побил Шринивасачарью с палкой какой-то. Или веником точно. И вот он побил Рамачандра Кавираджа, тот ученик Шринивасачарьи. Так или иначе, это было организовано Нитянанда, тот жениться должен быть, ну, такая формальная женитьба. И Рамачандра, он в общем, женился и ушел в этот же день. И принял прибежище лотосных стоп Шринивасачарьи, чтобы проверить его. Он сказал, что ты можешь вернуться к себе домой и поговорить со своей женой, и чтобы проверить его, какую любовь мой ученик имеет ко мне. И вот он сказал, чтобы тот вернулся к себе домой и поговорил со своей женой. И вот Рамачандра Кавирадж пошел. И по пути он встретил жена его воду набирала, он забыл, что это она его жена, и спросил: «О, мать, где, как пройти туда-то и туда, встретиться с теми-то?» Поскольку жену он свою не знал, поскольку в Индии обычно до свадьбы не видят, и, может, он ее не видел. Then after that, some Barmelian was touching here. Not bad thing, don't think it bad way. Like one Atma going to embrace one Atma. They have no attraction. Some Barmelian was there touch. Then in the morning time when Ramchandra Kaviraj come back in Gumbhila temple, then Narottama Thakur says, where you been, where you went? And Ramachandra For Sri Shambhasan, meaning after talking with my wife, I am coming.
Then Navatthamaṇa Guru was very angry. И вот Navatthamaṇa started beating heavily with broom. Нарутама начал, в общем, бить его этим веником, и Нарутам такой, он помог ему омыться, и он помогал ему омываться, увидел, что там отпечатки. Отпечатки этого удара веника. И Рамачандра спросил, ты не знаешь, ты побил Рамачандру Кавираджа и спрашиваешь, что случилось со мной. И тогда тот очень обеспокоился, что такое. Нарутама Такура побил Рамачандру, и все отпечатки пришли на спину Шринивасачарьи, и он начал плакать, упростить меня. Теперь я понял, кто такой Рамачандра Кавираджа. Ученик тот, подлинный ученик, кто может быть в полной гармонии с Гурудевом, тот подлинный ученик, кто, чье сердце может находиться в полной гармонии с Гурудевом. Ученик, он гуру, он ученик, это зовется Агна, иначе кто такой подлинный ученик? И таким образом мы возвращаемся к нашей теме, и такое терпение должно быть в нас перед тем, как начать проповедовать. Шрила Прабхупада говорит: о, друзья, перед тем, как начать проповедовать, вы все должны иметь такое терпение, что вот как у дерева, даже больше, чем у дерева. И также если дерево не поливать долгое время, но все же это дерево, оно не жалуется, что его давно не поливают. Любое богатство, как, в смысле, любые плоды дерева, кто-то приходит к дереву манго, например, собирать фрукты, либо листья, либо рубят дерево на дрова. Даже все дерево могут, не просто сухие ветки, а все дерево могут срубить, но все же дерево не жалуется. И такое терпение должно быть у нас. Махапрабху, он говорит, что только тогда, когда у нас будет терпение, подобное дереву, то только тогда мы можем говорить о Рагунога Баджане. Если вы не развили такие качества, имени Радхарани не имеете права повторять. Шрила Кришна Госвами Махарадж говорит, вы знаете, кто такая Радхарани, даже Кришна. Даже Кришна не может повторить ее имени, он просто повторяет один слог «ра» и уже падает без сознания. От преполняющих его чувств, это имя Радха, мы не имеем права произносить настолько оно чисто и настолько падшее. Мы, Шрила Прабхупада говорит, кто может произнести его, даже Кришна, когда он хочет повторить имя Радхи, то и вот имя Радхарани, из-за даршана Радхарани Кришна, он падает без сознания, и это слова Радхи. У нас нет права, нет качеств повторить возвышенное имя. И вот сейчас мы возвращаемся назад в начале. Мы должны понять качество Тринадапи. Если кто-то утвердился в Тринадапи Татве, то тогда и только тогда можно
воспевать славу Верховного Господа. Пытайтесь понять, если вы полностью утвердились в Тринадапитатве, то тогда вы можете находиться на Вьясасане и говорить о славе Верховного Господа, иначе не. Такие люди не имеют права быть на Вьясасане. И вот в этой шлоке говорится, и Джива Госвами Патон накладывает строгие ограничения на тех, есть два вида тех, кто говорит лекторов. Первый, те, кто говорят ради удовлетворения Верховного Господа, он воспевает его славу по указанию Махапрабху. И вот по указанию Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады, мы должны слушать таких и другие лекторы, которые надеются что-то получить. И вот они думают, чтобы говорят ради какого-то подсчета, уважения и еще чего-то. То есть они просто говорят, чтобы что-то получить. Смотрите, Бхактивинода Тхакура, он говорил харикатху всего лишь перед двумя, то и одним слушателем. Там был Гокишор Дас Бабаджи Махарадж и Кришнадас Бабаджи Махарадж, его сывак, или вообще один. И вот они вдвоем ходили на харикатху Шрилы Бхактивинода Тхакура Сванада Сухада Кунджа. Но это опять же не значит, что это не было харикатха, если там так мало слушателей. Можно видеть, часто люди хотят просто наслаждаться под именем Харикатхи, и так или иначе, сейчас я вернусь после этого предостережения, будьте осторожны. После предостережения мы можем войти в Гамбхиру. Не следует путать Гамбхилу Мурсидабаде и Гамбхиру в Нилачалакшетре. Гамбхира — это такое место, что если у вас нет совершенного даршана Гамбхиры, то тогда у вас нет представления о Рагануга Бхаджана во Вриндаване. Вначале всего мы должны прийти в Гамбхиру, чтобы увидеть стиль Бхаджана Махапрабху, и тогда, и только тогда можно получить даршан Вриндаван Дхаме. А перед этим мы не можем войти туда. И вот сейчас я буду говорить о том, что внутри храма Гамбхиры. И вот первый день Харикатхи я сказал, что Сиддханта Шрилы Бхактивинода Тхакура в том, что Нилачалакшетра — это наивысшее место Випраламбхабхавы для Гауди. Пуршоттам Дхам, Нилачал Дхама — это наивысшее место Випраламбха Раса Бхаджана. Почему? Так, Вриндавандас Тхакура вроде бы, Вриндаван вроде бы место Випраламбхи, но Випраламбха в более высшем вкусе можно найти в Нилачалакшетре. В Гамбхира Мандире, поскольку Махапрабху, он являет там такие уникальные лилы, что даже такие лилы, которые не видимы в лиле Радхарани, поскольку в Раджендра Суну, в Раджендра Нандан Кришна там и вместе с Радхарани, она сама явилась, и вот вдвоем. Marun Niyamajan Klesam Tapaha Tapasa. This sloka I can discuss after some time. What excellent! And the и вот какое великолепие эту шлоку Махарадж впоследствии объяснит. Helad Dunito Kedaya Vishodaya Prathmilo Dhamodaya. This sloka also I can explain. I speak the sloka many times, but explain half or sometime. A little bit. I can, today I can explain fully.
И вот в Гамбхире Махапрабху спросил, он показал нам смирение, лилу смирения, и вот Шрила Прабхупад говорит, смирение Гауди, оно естественно. Шрила Прабхупад говорит, те, кто следует, Радхарани, те, кто следует Радхарани, и те, кто следует Радхарани, для них Тринадапи естественно. Для них Тринадапи естественно. И те, кто по-настоящему следует Радхарани, для них Тринадапи, оно естественно. И сейчас мы можем видеть лилу Махапрабху в Гамбхире. Махапрабху все время плачет, где же Кришна, где же Кришна. И наш Рай Махашой, Рай Рамананда и Сурабху Гасай, они оба, они пытаются как-то утешить Махапрабху, поскольку Махапрабху всегда готов расплакаться от преполняющих его чувств. Где же Кришна? Я умру без Кришны. И это его состояние. Махапрабху даже ни секунды не может быть без Кришны. Так много случаев я несколько расскажу. И вот можно вспомнить одну шлоку из Чайтанья Чайтамриты, не забывайте, иначе вы станете сахаджами. И мы должны помнить эту шлоку. И вот мы должны помнить эту шлоку всегда. И вот эти внешние, имеется в виду не посторонние, а те, кто вне группы Радхарани, преданы как Адвайта Гасай, Нитянанда, не посторонние, но они вне круга Радхарани. Если Адвайта Гасай и Нитянанда не войдут прямо в Расалилу, то Расабас получится. Смешение рас. И поэтому Нитянанда, когда Махапрабху явил Радабаву Нитянанда, он уходил. Я могу несколько примеров привести. И во время Харапанчами, и вот можно найти было, что царь Пратапаруда организовал место для Махапрабху и его последователей, чтобы они смотрели на фестиваль Харапанчами. И вот перед началом Сварупа Гасай и Шивасачарья они говорили, и вот Махапрабху сидел там. И вот Махапрабху сидел и слушал, и Шивасачарья рассказывал о славе Джаганатха, о славе Вайкунтхи, а Сварупа Гасай рассказывал о славе Вриндавана. И вот Сварупа Гасай говорил о славе Вриндавана, а Шивасачарья говорил о славе Вайкунтхи. Вайкунтха, она полна богатства, а во Вриндаване что одни кусты и деревья. И Сварупа Гасай ответил, когда наш Шивас Пандит, он шутит со Шривасачарьей и Сварупа Гасай, твой Вриндаван, во твоем Вриндаване только навоз, кусты, деревья, ничего нету, а Вайкунтха столь богата. И Сварупа Гасай сказал, чего ж ты несешь, Вайкунтха полна богатства. Знаешь ли ты, что в уголке Голоки все богатство Вайкунтхи не может находиться, и настолько внешне, настолько это великолепно, а хотя внешне можно найти, что во Вриндаване один навоз, коровы, кусты, деревья, никаких драгоценностей нет, но
Это все покрыто, это Вриндаван Дама, она покрыта Мадхури. А Вайкунтха, она не покрыта. Но на Вайкунтхе такое открытое богатство, и в Чайтанье Чаритамрите говорится такие слова. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит. И что же говорится там? Бхаджандранандан Бхагаван Шри Кришна говорит. Если слишком много богатств, я не чувствую себя удобно, поскольку богатство оно покрывает Мадхури, поэтому я не чувствую себя удобно. И если слишком много богатства, какие-то материальные связи возникнут, какие-то чувство уважения к Кришне возникнет, но Кришна хочет быть на равными с этим Враджаваси, и поэтому это богатство только мешает. И таково настроение Кришны. И вот сейчас я хочу привести пример, что происходит внутри Гамбхиры. И вот смотрите, внутри Гамбхиры все время у нас Сваугаса и Рай Рамананда, их два, всего было 3,5 человека, которые могли бы понять уникальное настроение Махапрабху. Это Рай Рамананда, Сваугаса, Шикимайти и старшая сестра Шикимайти. Она за половину считается. И вот эти 3,5 человека, они поняли настроение Махапрабху в Гамбхире. Таково настроение Махапрабху, наш Кришна Дас Госвами описывает, что Рай Рамананда Сарвабдамадара Шикимайти, они три. И Мадхави Деви Даси. Это четвертая, но поскольку женщина за половину считается, и вот там можно, они смогли понять настроение Махапрабху внутри храма Гамбхиры, и поэтому наш Саргасай и Рамананда не всегда заботились о Махапрабху внутри Гамбхиры, и мы не должны забывать эту сиддханту. И когда Махапрабху совершал санкиртан раз, и вот когда Махапрабху совершал санкиртан раз в Шива Сангане в Гуралиле, в городом Лиле, он являл свои лилы со всеми преданными, все были допущены, поскольку это открытое. Открытая лила, и это тоже санкиртан-раса. И здесь, в Шивасангане, когда был там Шивас-пандит, народ там и все остальные, они воспевали Харинам-санкиртан, но этот Нам-санкиртан был открыт всем, но все же не всем, все имеется в виду, открыт всем спутникам Махапрабху, не посторонним, а открыт для всех, значит, санкиртан не для всех, а для спутников Махапрабху, для его личных достойных спутников было позволено, но смотрите, даже Шукламбара пандита не пустили. Мать жены Шивас пандита тоже не пустили. То есть для достойных была санкиртана в Шивасангане. А почему? Поскольку согласно их способности, пытайтесь понять, согласно их способности баджан, они могли получить суть раса баджана. Кто-то повторяет Махамантру, санкиртан происходит, но
Это санкиртан в соответствии с уровнем вашего баджана. Что за баджан вы совершаете, это при соответствии с этим можете получить чувство расы. Это вроде открыто для всех, но для достойных только, поскольку через санкиртан те, кто в раджа бхакти, они могут отдельный вкус получить, те, кто вайкунтха прасады, как шиваспандиты, они отдельный вкус могут получить, но санкиртан — это их единственное настроение. И через санкиртан шиваспандит, он обрел отдельный вкус гадахара пандит, другой вкус адвайта гасая тоже. Но когда это санкиртана раса, она совершается гопи, тот же Кришна, те же Рада Говинда. Рада Говинда, не. И вот это санкиртана здесь и во Вриндаване, но во Вриндаване она открыта только для гопи. Хотя раса та же самая, но раса, это раса чуть отличается. То есть они вроде почти такие же, тот же Кришна Чайтанья Махапрабху, тот же самый расу являет во Вриндаване со всеми гопи и манджари. Это очень важная раса. Раса, конечно, все важны. И вот сейчас я хочу объяснить состояние Махапрабху. Каждый, всегда, везде, Махапрабху, он падал без сознания, он не мог жить дальше. Он говорил, что у меня состояние такое, смотрите. Я не могу, я хочу встретиться с Кришной, если я не смогу обрести Кришну, я не хочу дальше жить. И вот всю ночь Сарупа Госвами и Рамананда не говорили Харикатху. Иногда всю ночь, иногда Говинда гневался. «О, Раймахасай, что ты говоришь нашему Господу, что Прабху всегда плачет? Что ты сказал ему, не мог ничего хорошего сказать, Говинда подобен матери, что ты сказал, может, что-то хорошее сказать, чтобы Прабху радовался, а ты говоришь нечто, из-за чего Прабху всегда плачет, что ничего хорошего не можешь сказать, поскольку Говинда, он подобен матери, второй Сачима. И Сарупа Госвами и Рай Рамананда иногда объясняют такое, что Махапрабху смеется, и Говинда, не понимая, почему Махапрабху смеется, Говинда тоже начинает смеяться, и вот Говинда увидел, что Махапрабху смеется, и тоже начинает смеяться. Он просто сердечен, как ребенок. И таким образом, да, полуночи они разговаривали. Говинда сказал: прекращайте харикатху. Уже 12. Я, как Господа можно накормить уже полночь? И Рамананда и Сарупа Госвами говорили: о, Прабху, Говинда, он разгневался, мы не можем больше находиться, давай мы уйдем, завтра придем. И Прабху начинал плакать: что вы имеете в виду под отдыхом? И когда Сарупа Госвами и Рамананда не собрались уходить, о, Прабху, отдыхай, сегодня утром мы придем. И что случилось тогда? Махапрабху начал плакать. Махапрабху говорит: что вы имеете в виду под отдыхом? И когда вы уходите, вы знаете, что со мной случается. Вы говорите харикатху, вы совершаете киртан. Через харикатху и киртан у меня нет, у меня есть возможность встретиться с Кришной. Через харикатху и харикиртан,
У меня есть возможность встретиться с Кришной, кто совершает киртан и харикатху, но когда мы прекращаем харикиртан и харикатху, и говорите, чтобы я отдохнул, но знаете, что со мной происходит? Мне становится хуже, когда вы уходите. Прошлой ночью, знаете, что случилось? И вот прошлой ночью, когда вы ушли, я стал буквально слеп, я начал бегать туда-сюда, я услышал звук Вамшидхавани, я слышал звук флейты Кришны, и я услышал, что Кришна, он зовет меня, я пытался выйти, но ничего не получалось, и вот ударился головой об стену. И обычно правило такого было, что Говинда, он был этим Шанкар Пандит был этим охранником на воротах. И вот Гамбхира, комната Махапрабху в Гамбхире достаточно мала была, он только один там помещался. И вот наш Шанкар Пандит, он был назначен охранником, чтобы смотрел за дверьми и не пускал Махапрабху, он постоянно находился снаружи. И если Махапрабху куда-то и вот он обнимал стопы Махапрабху и спал. И Махапрабху хотел уйти, но не всегда получалось. И Махапрабху беспокоился. И Шанкар Пандит, вот он заботился о нем, чтобы тот никуда не убежал. И Говинда тоже. Сварупа Госвами и Говинда, они были чуть поодаль. И вот они все охраняли Махапрабху, чтобы тот не убежал, но все же Махапрабху, несмотря на три закрытых двери, он как-то вышел. Но все же, несмотря на эти три закрытых двери, Махапрабху как-то ушел. И вот эта шлока написана Рагунатха. Ануд-гата значит, не открывая. Но все же Махапрабху ушел, и что же говорится? Ануд-гатто-дара-троям, виттит-тайм уру, big wall. And there is three big gate there, but still Mahaprabhu out. Anud Gatradara Trayam Vittita Uru Bilamba Uchair Kalangi Ko Sarovi Madhya Bajidva Mahaprabhu Pasan and gone, sometime going to fall down in ocean. И вот Махапрабху как-то ушел, и иногда он оказался в океане, иногда ocean. Sometime Mahaprabhu going to Chatakparvat, в Читакпарвате иногда. Иногда он оказывался среди коров, в том месте, где они ели прасад Джаганнатха. И вот эти Махапрабху там лежал, и коровы облизывали его тело, и Махапрабху, он явил форму черепахи, так уменьшился. Если долго говорить об этом, это очень обширная тема. И вот это зовется Радабавалила Махапрабху, это все его было. Радабавалила, иногда Махапрабху прыгал в океан.
Махапрабху, он думал, что это Ямуна. И вот он убежал из своей комнаты, никто не знал, как. Там было три закрытых двери, высокие стены, и как Махапрабху ушел. Orissa cows licking the body, and sometime Mahaprabhu going to jump into ocean in the name of Jamuna. One day what happened? Однажды что случилось, Махапрабху прыгнул в Ямуну, в океан, в смысле, и никто не мог найти, где же он. Все плакали, беспокоились, куда же он ушел. Нам нужен наш Господь, где же он ушел, не было, еще это, ночью было, не было света, они ходили с этими лампами масляными и искали, где же Прабху. Они думали, что наша жизнь ушла. И вот внезапно Сивам Гасай и все преданные, они нашли Господа и увидели, что какой-то это рыбак, он бежит куда-то. И Сивам Гасай спрашивает, что ты бежишь там? Это привидение, не ходить, где это привидение, как? Шапаси, я мантру знаю, не беспокойся. Иди, покажи и этот... Эти рыбаки в Орисе ночью рыбачат, и вот так или иначе как-то поймали Махапрабху в своей сети. And the fisherman, no, unknowingly catch the one Mahaprabhu. Mahaprabhu hand and leg all open, joint open, long. А тело Махапрабху изменилось, руки стали необычайно длинны, и вот Махапрабху открыл, лежал, и этот охранник подумал, этот рыбак подумал, что это привидение, он выкинул свою сеть и начал бежать с того места. И Сивам Гасай очень разумен, спросил, куда же ты бежишь, как там привидение, не ходите. А я знаю мантру для них, и иди покажи, что случилось. И Сивам Гасай, он три раза вот прикоснулся к Махапрабху. В общем, ты три раза хлопнул этого рыбака, то там полегче стало, и Сивам Гасай понял, что там Махапрабху. И вот они пошли вместе, и вот пришли, что увидели, что наш Господь, он уплыл в сторону Канарка, храма Солнца. О, наш Господь, нет, это не Господь, это я видел его много раз, это не он, это привидение какое-то. И после этого, с помощью этого рыбака, они поймали Махапрабху, вытащили из сети, начали совершать санкиртаны. А санкиртаны они знали, что с помощью махамантра можно привести Махапрабху в чувство. И вот они начали с санкиртан, с караталами и прочими инструментами, они начали совершать санкиртан, и вот Махапрабху, он пришел в себя, открыл глаза, и вот он встал и спросил, где же я нахожусь, мы здесь. Как вы так беспокоите меня? Я был во Вриндаване. Я наблюдал за лилами Радхаговинды в водяной лиле. Эти гопи Радхарани, они играли в какие-то водяные лилы. Зачем вы вернули меня сюда? Зачем? И каждый мог понять, что Махапрабху, он в Баве.
в этой Бхаве во Вриндаване находится, и в Чайтанья-чаритамрите это описывается, что Махапрабху явил Манджари Лилу в то время. И какова особенность Манджари Лилы? И пытайтесь понять особенность Манджари Лилы, в чем те, кто Манджари, они никогда не надеются как-то напрямую наслаждаться с Кришной. Особенность Манджари в чем? Что те, кто Манджари, они никогда не надеются иметь какую-то прямую связь с Кришной. Они радуются, когда Кришна, когда Радхарани наслаждается с Кришной. Они подобны веткам дерева, что если мы будем поливать корень дерева, то все его ветки, они будут насыщены. И вот если я поливаю корень дерева, то все дерево будет насыщено. И также, когда Радха Говиндас являют свои лилы, то все манджари, они подобны веткам и листьям дерева. И когда Радха Говинда наслаждаются, они тоже чувствуют экстаз. Они совершают лилу, но они радуются, видя лилу Радха Говинды. И в этом их великолепие, и эта лила, о которой я говорю, эта лила водяных игр, она Махапрабху, он наблюдал ее и спросил, зачем вы меня опять сюда привели. Я был во Вриндаван, не на Ямуне. Они являли там такие прекрасные лилы, я был счастлив, видя их. Я ждал на берегу Ямуны. И это ожидание там, Махапрабху говорит, я ждал со всеми манджари и смотрел на эту лилу. Это значит, то, что это значит манджари бхава, когда Махапрабху говорит, я смотрел на эту лилу, на что когда Радха Говинда совершает лилу, это значит манджари бхава. И на Гавардхане, если я буду более подробно говорить, это долгое время займет, и, по крайней мере, я могу прикоснуться к этому. И вот однажды Махапрабху, он шел в сторону Читакпарвата, как ветер, он услышал одну шлоку из Гита Говинды. И вот он побежал на этот звук, и Прабху Говинда начал кричать, «О, Прабху, это Мата же поет!» И Махапрабху остановился, «Кришна, я хотел обнять того, кто поет эту шлоку, а я саньяси, я не должен обнимать женщину. И ты, Говинда, ты спас меня сегодня, и таким образом ты должен всегда защищать меня». И в другой день Махапрабху, он упал без сознания около Гавардхана. Читакпарвата, имеется в виду, Читакпарвата олицетворяет собой Гавардхан. Махапрабху видел его как Гавардхан. И вот люди, они опрыскивали Махапрабху водой, и Махапрабху открыл глаза, и они омахивали его опахалами, и Махапрабху в итоге пришел в себя, открыл глаза и спросил, кто вы все, о Прабху. И Махапрабху сказал, зачем вы принесли меня сюда? Я был на Гавардхане. Кришна играл на флейте и слышал этот звук в Амшадиване. Я тоже побежал туда со всеми манджари. Я был там. И внезапно Радхарани пришла, и Кришна, он взял Радхарани за руку, они пошли в какую-то кунджу,
I enter. Krishna Mahaprabhu say, Mahaprabhu, here also Manjari Bhava. Здесь это тоже Манджари Баба, пытайтесь понять. Сейчас никогда Чайтанья Чайтамриту открывать, но это Манджари Баба. И вот Махапрабху говорит, я увидел вам Чайтанья Бхагавана Шри Кришны. И Кришна взял Радхарани и зашел в какую-то кунджу Говардхана, и мы и я вместе с Манджари. Это, я кратко говорю, но можно найти это все в читании Чайтамрите. И вот Махапрабху говорит, вместе с Манджари мы пошли собирать цветы, чтобы сделать гирлянду, чтобы предложить Радха Говинде. И таким образом здесь Махапрабху он проявляет Манджари Бхаву. Но иногда Махапрабху, он проявляет Радха Бхаву. Вы хотите видеть Радха Бхаву внутри Гамхиры, вы должны прийти со мной, зайти в Гамхиру и там это все увидеть. И вот сейчас я расскажу об одной лиле. Махапрабху однажды сидел с Рай Раманадой Сарупгасай, но ночью происходила харикатха и пурвараг. Это пурвараг, значит, предваряющее чувство любви, как, например, перед тем, как мужчина и женщина, перед тем, как возникает чувство любви, вот это предыдущее чувство, предваряющее любовь, это пурварак называется. Рупа Госвами сравнивает это с восходом солнца, то, что происходит до восхода солнца. И вот вчера я говорил о пурвараге. И вот здесь Рай Рамананда Сарупгасай, они говорят о Пурвараге Радхарани и лицо Махапрабху, оно было подобно Радхарани, когда Пурварага. И вот Карнамита написано Билла Мангал Такуром. Карнамита and Брамо Сангита, Брамо Сангита и Сиддханта Гранджо, и Карнамита это Расататва, и Видьяпати Рай Рамананда, это было особое преимущество Махапрабху. Махапрабху показал нам. И вот Махапрабху, он всегда обсуждал Карнамриту и Видьяпати, Джайдева, Чандидаса. Они обсуждали это внутри Гамхиры, не было никому не позволяли быть внутри, кроме Лалиты Вишакхи Сакхи, которые Рай Рамананда и Сварупа Дамодар соответственно. И вот согласно соответственной Бхаве, Сварупгасай, он пел киртаны, Рай Рамананда говорил харикатху. И вот Махапрабху спросил, знаете ли вы состояние Радхарани и каково состояние Радхарани? О, Прабху, хочешь ли ты показать? Да. Рамананда и Сварупа Махашай. И вот он спросил, Махапрабху спросил, знаете ли вы Бхаву Радхарани? Рай Рамананда Сарупгасай спросил, хотите ли вы видеть Бхаву Радхарани? Да, покажите. И Рай Махашай пошел в комнату, взял зеркало и поставил перед Махапрабху и сказал, смотри. И вот он принес зеркало, поставил перед Махапрабху и сказал, смотри, Радха Бхава, о, глупец, я саньяси, и ты зеркало мне приносишь, а как можно увидеть Радха Бхаву иначе? Радха Бхава, она внутри тебя. И Махапрабху взял зеркало и выкинул его. Сказал, что я саньяси, а ты зеркало мне приносишь. Иначе как я могу увидеть, что такое Радха Бхава? Ты шутишь со мной? Нет. Я не шучу. Я саньяси, что ты? Нет, ты не саньяси. Как не саньяси? Кто же я?
Мы знаем, что ты, ты вор, а не саньяси. Вот если вы будете относиться ко мне так, я уйду от вас. Подожди, подожди. Хватит шутить. Ты пока хотел увидеть Рада Бхаву, и не было никакого другого пути, поскольку ты есть олицетворение Рада Бхавы. Если ты увидишь свое лицо, это есть выражение Рада Бхавы. И таким образом внутри Гамхиры Расататва всегда происходила. Я сказал только каплю Расататва. И у меня нет капли Расататвы, она может наполнить весь мир. Знаете ли вы об этом? У вас есть какое-то представление? Капля Расататвы, одна Расататва может наполнить весь мир. И вот вначале мы должны вспомнить ту шлоку, с которой начал. Мы принимаем прибежище у того аюрведического доктора, больше, чем доктора Вайдья. Значит, тот, кто духовный доктор. И Кришнадас Кавирадж Госвами, он Чайтанья Вадим Ашрай, все мои состояния нашего внутреннего сердца, оно осквернено внешне. И так у меня много плохих качеств, у меня нет никаких достоинств, все плохие качества, они поедают мое тело буквально, как эти книжные черви. Есть эти книжные черви, они поедают книги, и Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, все плохие качества внутри моего сердца, они едят суть нашего баджана. Вагуна, вагун значит плохие качества, они едят суть нашего баджана. Вот следующее. This that's called Brono. So Krishnadas Kaviraj Goswami. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, я нахожусь в океане сострадания Дойни. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что меня он уносит в этом океане сострадания. И я единственное, что я хочу, это принять прибежище у лотосных стоп того великого духовного целителя, который спасет и защитит меня. Это моя просьба лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Пытайтесь понять, то, что это такое Гамбхира Лила, она настолько великолепна. Я гарантирую, я бросаю вызов, что если кто-то поймет, Гамбхира Лилу, если кто-то поймет Гамбхира Лилу, то тогда вы, несомненно, сможете войти в Враджа Лилу, в Враджа Даму. Я обещаю вам, если вы сердцем поймете Лилу, которую совершил Гуранга в Гамхире, несомненно, вы обретете вход в Рагуну Габаджа. Не пытайтесь прыгать, как Сахаджи здесь и там. И говорится, Jogindha Vijohur Moran Niyamijan Klesam Tapaha Tapasa Gyana Bhyasa Vidhin Juhuscha Chaitanya Chanda Charani. This, you know, Avis Kurvoti Bhakti Padavim Naivanna Asid Rasaha. Sometimes punctuation I forget what to do. So, it is written very nice. Вот говорится, кем говорится? Кто сказал Прабодхананда Сарасвати? Те материалисты, они забывают о своей
their relationship they are going to forget. Stri Putradi, son, they all going to forget. Stri Putradi Katha Juhur Vishayana Sastok Prabhadan Buddha Yoginda Bijohur Marun Niramijan Klesam Tapaha Tapasa Gyana Bhyasa Vidhim Juhuscha Saitanya Chanda Charane Aviskurvanti Bhakti Padabhim Naivanna Asidra Saha. There is no other rasa. Нет никакой другой раса. Если я буду объяснять, это долгое время займет. Нет другой расы, мы не заинтересованы в других расах. В других материальных расах мы заинтересованы только в раджа-расе. Вы знаете, что такое раджа-раса. И вот второго дня шлоку, которую произнес о настроении Сарубгаса. Здесь кедая, значит, если есть какое-то сожаление. О Чайтанья Дев, ты океан милости, океан бесконечной милости. И благодаря Твоей милости я могу очистить все недовольство моего сердца. Вишодая — это такое великолепное милость. Все различные пандиты, они спорят друг с другом о Сиддханте. Склонности к спорам могут уйти прочь навсегда после обретения милости Нитянанды и Гауранги. Особенно, как говорится о милости Гауранги. И после обретения милости Гуранги, эти пандиты, если они обретают эту милость, склонность к спорам уйдет. Что толку спорить каких-то, о чем-то, если вы обрели прему? И что за это? И вот это шлока. Это может дать нам великий успех, чтобы насытить наше сердце. И вот наше сердце может буквально расцвести полностью. Шашат бхакти винодая. You can get each and every step, every fraction of second. You can have the scope, get the taste of prema. Мы можем обрести прему. Шашат бхакти винодая, расодая, читтар питанамодая. Си чайтанна дая нидхе, таба дая. И вот эта дая милость, она не может дать никакого дурного, никаких дурных последствий. Без причины милость Махапрабху, она уникальна. Эта милость Махапрабху, она никогда не несет ничего плохого в себе, в отличие от всех других видов милости. Се хело дуни то ке дея вишо дея протмило дамо дея шаммасастро вибо дея расо дея читтар питанмо дея шашшат бхакти вино дея шамо дея мадурджа марджа дея си чайтанна дая нидхе таба дея бхуядаманда дея джай сачинандан гаур хари ки джай хо твидья абирбхав тити пара махамасав ки джай хо джай хо навадвип дхам ки джай хо гаур премананде хари хари бол. Кото тайм оло? One question. Ачача, you see. Some devotees asking, what is the practice of chanting of holy name was in the time of Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати? Was there any difference between how much chanting devotees in renunciation order and in Grihastha ashram? And they was giving some fixed number to chant. Actually,
is very good question, relevant question. Because today. И вот хороший вопрос. Сегодня мы должны помнить то, что мы должны помнить очень важное, то, что в начале всего это наставление Гуранги Махапрабху. И вот эта шлока. Сочетание Махапрабху, это первое, мы должны, первый приоритет, мы должны повторять Харинам, через Харинам Санкиртан мы можем обрести полный баджан. Пытайтесь понять, Харинам баджан, это сам по себе полный баджан, но мы должны осознать это. Если не осознали, то это плохо. Харинам баджан, это полный баджан, мы должны осознать какой-то день, если мы достаточно искренне следуем великому преданному, то нам баджаначарьи, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж или Сиддхартха Госвами Махарадж, мы в один день осознаем, что нам баджан — это наивысший баджан, все настроения баджана, они и все виды баджана присутствуют там. Второе, нам баджан, наставление, данное Махапрабху, оно вечно, навсегда. Но люди в соответствии со своим умом как-то ограничения какие-то накладывают. Нам баджан, наставление относительно нам баджан, садан, садья, татва. И вот Махапрабху говорит, что читай, не читай, мрите. И вот Кришна нам, это такие же правила и предписания применимы, что были во время Гуранги Махапрабху, те же самые Махапрабху в Пурушоттам Дхаме однажды сказал, что я принимаю прасад только с рук Лакхапати, обладателя 100 тысяч. И преданные сказали, мы бедные все, 100 тысяч у нас нету. А Махапрабху хотел сказать, что богатство — это харинам, те, кто повторяют лак харинам. Я принимаю подношение с их рук и с тех пор. Это такое правило, что мы... Нет права у нас думать и переночевать наставление Махапрабху. И сейчас, и дальше мы должны находить время для повторения Лака Харинама. И во время Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, Шрила Бхактивинода Тхакура три лака повторил. Раньше один лак, потом второй и третий. И вот Бхактивинода Тхакура весь день так повторил Харинам. И вот мы приходим к Шриле Прабхупаде Бхакти Сиддханте Сарасвати. Там такое же правило. Однажды я могу... Махарадж сейчас расскажет пример. Однажды преданные, наша Гурварга, они были очень обеспокоены, что как Аллах Харинам повторять, времени нету, весь день совершаем, когда повторять Харинам. И вот они попросили Хайгрив Брамачари, кто такой Хайгрив Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, они попросили, о, Прабхупад очень любит вас, пожалуйста, подойдите к Шриле Прабхупаде и извинитесь, что не можем Аллах Харинама повторять. И Шрила Прабхупад дал наставление. Лак Харинама должны повторять каждый из вас, не меньше лака. Если я не повторяю Лак Харинама, я не могу вам дать указание повторять Лак Харинама. И в Ассаме это дело было. И какие-то преданные из нашей Гурваги попросили Хайгрива Брамачари, пожалуйста, пойдите к Шриле Прабхупаде и попросите, что времени Лак Харинама нет повторять. И Хайгрив Брамачари с величайшим смирением поклонился Шриле Прабхупаде. И вот он, Шрила Прабхупад ходил, повторял Харинама, тот омахивал его апахалом. И вот Хайгрив Брамачари омахивал его апахалом. И после этого Шрила Прабхупад спросил, что случилось.
О, Прабхупад, у нас вопрос. Что за вопрос? И нету времени Лакхаринаму повторять, заняты служением. Ваше наставление в том, что мы должны повторять его, когда и где и как. Успевать. А ночью что вы делаете? Вы должны закончить Лакхаринама, а потом спать. То есть не спать, пока не закончите. Шрила Прабхупад дал наставление, так или иначе, вы должны организовать свое время, чтобы в течение суток повторять Лакхаринама. И вот настроение Харинама для количества Харинама для отреченных и неотреченных одинаково. А те же самые правила, если домохозяин, если домохозяева, они не падшие души, а просто домохозяева, уважаемые люди тоже могут Лакхаринама повторять. Есть множество домохозяев, которые повторяют Лакхаринама. Шивас Пандит, Адвайта Гасай, все они Лакхаринама повторяли. Все Шивас Пандит, Адвайта Гасай. Гададхар Пандит, кто нет, все и каждый, они как-то время организовывали для того, чтобы Лакхаринама повторять во время Гауранги Махапрабху, Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура во время Шьямапрабху, и все. Стандарт одинаков, не могу отдельные правила придумывать, мое поведение, может, плохое кому-то кажется, но правила, есть правила Лакхаринама для всех. И не меньше, не пытайтесь наслаждаться своей жизнью. Нужно отказаться от склонности к наслаждению, поскольку это склонность к наслаждению, она в итоге скинет нас в океан страданий, и поэтому я хочу поймать вас и привести на должный путь, и кто-то может недоволен быть этим, и таким образом всегда будьте осторожны, делайте какое-то либо служение, готовите или идете куда-то, вы не должны прекращать повторять Харинам. Если идете по улице, то повторяйте или что-то делаете, спите вы или идите, всегда Харинам творите. И наша проблема в том, что мы прекращаем повторять святые имена. Все время мы должны слушать и повторять Харинам. Едем мы куда-то, идем или что-то делаем, мы всегда должны повторять святые имена, поскольку в любой момент мы можем умереть. На дороге особо опасно, может авария случится, и вроде 10 минут человек был жив, а через 10 минут уже в аварию попал. И поэтому не стремитесь к наслаждениям, не гневайтесь на меня, я не могу какую-то индульгенцию вам выписать. Если вы пришли ко мне, превратно меня поняли, то это более опасно.